Семене, чи чуєте ви нас? Доброго дня. Так, чую. Скажіть, ви зараз знаходитесь досі в Дніпропетровську, я так розумію. Так ви телефоном брали участь в цьому мітингу? Так, я знаходжуся в лікарні, в реанімації в лікарні Семенченкова. Ага. Ви говорили про те, що ви намагатиметеся доїхати до Києва, але я так розумію, що не вдалося вам через стан здоров'я. Якщо можна ще раз ваші вимоги в ефірі громадського озвучити, я знаю, що їх 5. Во-первых, чуть больше, я начну с первого. Перестать врать людям. Когда я писал по телевизору вчера речника о том, рассказывал, что у нас всего достаточно, что помощь пришла, он ссылался на какого-то бойца, которому детки там звонил. Очевидно, он был либо с пустым телефоном, либо, наверное, с женой. Я вот только что разговаривал с комбатом Днепра Юрием Березой. Он особисто попросил меня взять за горло начальника генштаба, который до сих пор, по его словам, пребывает в розовых очках. Во-первых, необходимо разблокировать добровольческий батальон. Если бы было у меня там хотя бы 5 минут времени, я бы объяснил предысторию всего вопроса. Но пока кратко. Мы можем сидеть там хоть год. Но для этого должны быть коммуникации для вывоза раненых, достаточное количество боекомплекта и питания. Я не буду озвучивать эти цифры, они прекрасно известны тем, кому надо. Второе требование. Перестаньте брать на войну людей, которые к ней не готовы. Это люди еще не созревшие. Кто-то трусоват, кто-то просто не готов к войне. Неужели мы хотим массовых материнских бунтов? Вот сегодня сбежала еще одна часть, закарпатская. 2 дня назад сбежали 2 части, сбежали с фронта ВСУ. Берите тех людей, которые состоялись, которым за 30, которые сделали это выбросознанно, то есть добровольцы. Да, с ними тяжелее, но для этого у вас и звезды на погонах. Третье требование. Время бит бейсбольных закончилось в марте. Время автоматов в июле. Сейчас время танков, установок ГРАД, БТРов и так далее. Необходима ваша техника, необходимо тяжелое вооружение, которое должно быть передано добровольческим батальонам, тем, которые готовы сражаться. Эта история уже смешна, не просто смешна, она грустна. Несколько месяцев. И все это затягивается. Четвертое. Необходимо поменять состав генштаба. Необходимо поменять состав Минобороны. Омолодить его. Скажите мне хоть один успех, который у нас был за последнее время. В основном это либо героизм отдельных частей, либо добровольческих батальонов, которые пускали просто в атаке в лоб. Не налажено взаимодействие родов войск. Очень громоздкая структура, большая коррупция. Ну и последнее. Необходимо признать, что идет война. И необходимо готовиться к войне, в том числе партизанской. Партизаны, то есть массовое обучение людей военным специальностям, это не только резерв для армии. Это сигнал для агрессора, что он не победит. Что его просто зальют потоком крови, если нужно. И тогда агрессор не пойдет. Это известно было еще в глубокой древности. Если известно, что армия сильна, если боевой дух высок, то агрессор не пойдет. То есть вот такие наши требования. Разблокирование батальонов, комплектация добровольцами, выдача тяжелой техники и изменения в генштабе и Минобороны. Семене, можна до вас таке питання? Щодо Іловайська, можете нам прояснити ситуацію? Тоді батальйон «Донбас» вже більше 10 днів, якщо я не помиляюся, і штурмував Іловайськ, і знаходиться там. Він пішов самохід на Іловайськ? Чи це був наказ? Якщо так, то чий? І чому ви вирішили йти без важкого озброєння? Тобто вам обіцяли підкріплення, не обіцяли. Як це все відбувалося? Тому що зараз немає чіткої відповіді, чому так сталося. Я прошу прощения, сейчас просто подставительница, не могу немножко нести
не разумею, речь не совсем может быть понятна. Сейчас я секунду. Значит, мы должны были штурмовать Иловайск четырьмя батальонами с участием техники, которая должна была выделить ВСУ. То есть технику выделяют вооруженные силы Украины. К моменту начала штурма у нас было 25% всего лишь того количества, которое было нужно. Мы взяли половину города и на протяжении 5 дней ждали подкрепления. Подкрепление пришло, но на тот момент сбежали те части, которые прикрывали нам тыл, и произошел удар русских. И еще несколько дней мы ждем, пока нас деблокируют теперь уже. То есть каждый день заявляют, что будет помощь, но помощи нет. Семене, а правда, що немає ніякого наказу? Тобто є наказ тільки триматися, немає наказу ні йти в наступ, ні відступати. І я маю, наприклад, таку інформацію, наскільки вона підтверджується. Я про Іловайське зараз. Я не можу сказати точно, тому що я зараз знаходжуся в Дніпропетровську. Но, наскільки я розумію, можливості є навіть для самостоятельного виходу, але приказ не віддається. Зрозуміло. І ще таке питання. Як ви думаєте, наскільки Збройні Сили могли би розблокувати цю дорогу до Іловайська? Тому що ми 3 дні знаходилися недалеко, поряд, наприклад, на дорозі до Волновахи. І війська, зокрема, і батальйон Донбас говорить про те, що і дороги до Іловайська заблоковані. Тобто я говорю про Оленівку, Старобєшеве, Кутєйнікове, де також заблоковані є українські військові бойовиками. Наскільки, на вашу думку, є легким цей шлях до Іловайська? Тобто, можливо, є об'єктивні причини, які не дозволяють Збройним силам прийти на підмогу? Чим далі ми чекаємо, тим більше цих причин становиться більше. А скажіть, у нас раніше що? Збройні сили славилися обалденними оперативними іскусствами, тільки зараз стали проблеми. Нужно быстрее шевелиться, нужно быстрее наносить удары, нужно быстрее перестать расстрелять свои силы. Я думаю, такие возможности есть. Дякую вам. І, можливо, останнє, що може звернення якесь до українців, як командира батальйону, що робити, в зв'язку з навіть вже, не знаю, чи ви чули, але Петро Порошенко також заявив в своєму зверненні, що відбулось вторгнення російських військ на територію України, тобто українська влада вже визнає і офіційно про це говорить. Що робити в цій ситуації українцям? Ваша яка порада? Сохраняти спокійствие і готуватися к партизанській війні. Ще раз повторюю. Нужно в городах открывать курсы, саперов, снайперов, парамедиков. Нужно показать Путину, что мы готовы максимально защищать свою родину. И тогда мы будем иметь не только резерв для армии, но и четкий сигнал агрессору, что просто так он нас не возьмет. И не будет никакой паники. Люди будут видеть четкий выход из ситуации. Кроме того, нужно срочно менять руководство и Минобороны, омоложать его и модернизировать фактическую армию. Я прошу прощения, мне очень тяжело сейчас говорить. Давайте прервемся. Дякую вам. Це був Семен Семенченко, командир батальйону «Донбас».